мой люкс на третьем этаже. Тут все поверхности уже понамывали. Сейчас вот взялись за пол. Это просто жесткач какой-то. Вынесли эту сюда кроватку. Приехала хозяйка. Там где-то она на улице разгребает двор. Сосед тут сидит. Соседки все там. На солнышке греются. Реально еще почему-то прохладно. Гулька там гребет. А я у нее как этот посыльный. Принеси то, принеси швабру, принеси это, принеси это. Я там пыль намывала поверхности, а она мой пол, душевую помыла. И она сегодня утром помыла. Раз, два, три, четыре, пять. Пять номеров, все окна. Они сейчас как новые. Тут осталось мелочь, мои любимые. Осталось там шторки постирать, повесить. Осталось поверхности, пол. И, в общем, полный бардак. А она вот помыла все стекла. Смотрите, какие чистенькие. Я не знаю, как показать на видео, чтобы они были видны. Что они намытые и чистейшие. Даже не представляю. Наверное, видно. И вот она помыла до конца весь этот... Все окна она сегодня утром мыла. А хозяйка там приехала с сыном, с внуком, с внучкой. Привезла всю семью, и они там, короче, разгребают. Вот тут я все намывала, но этого уже не видно. Уже осела снова пыль. Видите, ручки нечистые. Слышите, они там... О, слышите? В общем, что-то они там собираются вывозить, что-то убирать. Ну, а мы все в этом. Я хотела утром рано-рано пойти на море. Она позвонила, сказала, хозяйка говорит, сейчас приеду, девочки, сейчас. И приехала вот только сейчас, а времени уже 12, понимаете? А она мне позвонила 6:30, сказала, сейчас, через максимум полчаса буду у вас. Ну вот, из этих номеров, получается, на третьем этаже чистые только душевые и окна, все. Вот это все надо. Тоже, чтобы она отсюда унесла. И там с этого люкса, который сейчас Юлька моет, надо все сюда принести, что там еще есть. В общем, жесткость, короче. И я вот это хожу, ношу. Думаю, хоть немножечко вам сниму этот порядочек, чтобы потом показать, как будет, когда чистенько. Ну, в общем, запоминайте. И тут она мыла пол. Юля, тут было все до такой степени грязно. Грязнее, чем в том люксе. Потому что здесь они тоже все вот это красили стены. Все эти стены чистые, поэтому снимали шторы. Душевые она намыла. Чистенькие. Ладно. Надо сказать хозяйке, чтобы вот это забрала. Чтобы забрала, сейчас покажу. Из второго люкса. Во втором люксе вообще жизнь. Вот такое мы приводим в порядок. Здесь пол, Юля, было, наверное, 3 раза уже. И все равно постепенно осыпает какая-то плюха. Ну и мы ногами разносим, конечно, чтобы вывезла вот эту душевую. Потому что мы не можем люкс приводить в порядок. Он весь в этих... В душевой в этой. В стеклах. Тут тоже очень-очень тяжелое. И оно вообще неподъемное. И все, вот эту мебель надо повыносить на балкон, понамывать. И тут, естественно, все. В общем, у нас порядочек. Жесть. И вот честно, чем больше мы делаем, копаемся в этом всем, тем такое чувство, что больше и больше все. Ладно, моя любимая, пошла работать. Люблю вас. Всем волшебного дня!